отвязка редуктора – это, скажем так, независимое крепление переднего моста от двигателя. Зачем она нужна? Почему не поставили с завода? Там же одни гении. За что ни возьмись, вверх инженерии. Но тут они немного прокололись. Привинтив мост к двигателю, Нива сразу стал самым шумным вазом. Но это никого не смутило, и шумомобиль пошел в серийку. Причем по сей день. Хотя случайный опыт все-таки привел к отвязке редуктора на Ниве Шевроле. Это произошло при моделировании дизельной Нивы. Там из-за особенностей конструкции двигателя просто не получилось привязать к нему мост. И пришлось даже подумать, чтобы что-то изменить. Так появилась отвязка. То, что она убирает шум, это понятно. Но целью ее внедрения в основном является не этот факт. Отвязка – более надежный способ крепления. Это особенно важно для гряземесов, для джиперов. Из плюсов еще можно ответить то, что под движок можно будет кинуть мягкие подушки, что еще добавит тишины в вашу жизнь. Удачи!